Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня трешачок, и у нас открыт опять прием в гильдию. Я уже им не занимаюсь, потому что у меня, честно, нету времени на это. Я человек занятый, как обычно, админ-панелька, все дела. Гильдия Сардельки, бездонатная гильдия. У кого, кто играет на русском сервере, эта гильдия создана на русском сервере. Написание гильдии специфические, многие не найдут ее, сразу вам говорю. По поводу приема пишите в телегу, вы все видите на экране. После собеседования, возможно, вы попадете, то есть без доната, ребят, без доната, потому что гильдия бездонатная, но это не факт, что она будет долго такой. Поэтому кидайте заявочки, вступайте, а мы побежали трешевать. Это не тот сервер, на котором мы будем сегодня трешевать. Как обычно, вы знаете, я трешую на другом сервере с минимальным донатом. Это у нас английский сервер. И здесь тоже есть гильдия Ukrainian. Вот так вот называется, в котором у меня мой твинг. Самый первый топ в мире. По Castle Clash. Писать ВК. Видите на экране, куда писать надо. Первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте, тут донат. То есть тут донатные все огники, ну вы поняли, кто там, не буду. Кидайте заявочки, вступайте, как видите, ну такое, 20 лямов, это так, веселились. Так, окей, что у нас интересного сегодня? У нас сегодня, как обычно, куча плюх, которых мы не сможем частично забрать. Ну, немножко камешков, как видите, дали. Питомец новый. Сумочки. В общем, все дела. Открыт роллинг по 10, но коллекционера, к сожалению, нет. Но у нас есть обалденнейшая акция. Вот она. Я, как обычно, в нее всегда играю. Так, сколько у нас там было? 30. Давайте так сделаем. Ой, немножко переиграл. Поехали. Акция просто отпадная. Почему? Вы сейчас увидите. То есть это как бонусация. И сегодня тем более такой рынок обалденный, где можно реально получить просто бешеные плюхи, придачу. Ну то есть вот это вот все, что падает, это все фигня. Верхние эти. Сейчас мы тут быстренько затаримся. Не забывайте, идут конкурсы, многие спрашивают, приходят, когда, что, ребят, есть еженеделька, есть Космо, есть десяточка, которая скоро, я думаю, будет разыграна, то есть как вы проголосуете, будем дальше качать, захотите, не захотите, не будем, разыграем, придумаем что-то новое, в общем, вариаций очень много, десяточка находится на этом сервере, аккаунт практически со всеми героями, поэтому там вопросов нет, там прокачанный, хороший, добротный аккаунт, то есть там минимум надо будет вложений, чтобы, ну даже они в принципе не нужны будут, чтобы играть, нормально себя чувствовать, потому что это английский сервер. Так, поехали, следующий заход, как видите, страдаю я, страдаю, надеюсь уже в следующей обнове они вспомнят опять обо мне и сделают 100 тысяч. Хотя это ненадолго остановит, скажем так, потому что, ну, ресурсов просто немерено, знаете. Если бы не было ресурсов, я бы не возмущался. Так они добавляют ресурсы, а хранение их печально. Сделайте, блин, миллион там их, чтобы не было ограничения, я бы не парился. Ничего себе, Бугимен. Бугимен прям. Так, еще немножко, еще чуть-чуть. Так, следующий заходик забрали. Ну, как видите, отсюда, я уже показывал, не меняются здесь акции. Здесь в основном ремки достаются. Есть такое.
все эти мучения чисто ради последнего приза, который уже улучшили, просто тупо улучшили намного. Оу, случайно нажал. Да такое бывает. Так, забираем дополнительные плюшки. Тысячи камней, которые нафиг не нужны. И вот это вот самое основное было. 1500 апекс камней. Супер. Все, теперь можно жить. Что, давайте. 1500 разок. Афинка, отлично. Еще разок. Лазуля. Сед на стрелок. Ну, ребят, это просто читерный аккаунт. Такс. Point Arcade. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас интересного есть. Вот тут, видите, тут ничего не меняется. Давайте попробуем просто словить какого-то дракона. Короче, как обычно, ничего интересного. Таланты, бинго, алхимик, счастливое число, открыть сундуки. В общем, ничего интересного такого нет. Даже сокровищницы нету нормальной. Такс. Ну что, поехали, самое сладкое. Оставили мы огник. Это просто эпический огник был, мне его так не хватало. Так, скины. Вот это самое интересное. Неплохо, да, по скинах у нас. Так, хорошо. Что у нас тут упадет? Оу, два тала. Оу, еще два, ничего себе. Красавчики. Айджиджи, красавчики. Так, а что у нас тут по эмблемкам? Ну, тут это как обычно, сейчас нападает. Хорошо, вот знаете, самое основное, хорошо, что их просто не учитывают. Потому что если бы их учитывали в рюкзак, мне бы места просто не хватило уже. Я бы запаривался. А слить их тоже нельзя, потому что лимит синих кристаллов. Это было бы реально геморно. Так, это у нас что, пятые сумки. А мы эти сумки, кстати, пооткрывали. Откуда у меня столько пятых сундуков? Задаюсь я себе вопросом всегда. Опять перелимит. Ну сколько можно? Куда эти книги девать? Просто ужасно. В общем, везде проблема, ребят. Причем проблема конкретная. Так. Что мы там использовали? Химку нам надо качнуть. Тестирую я ее. Мне сейчас, наверное, не хватит. Давайте попробуем камней на 30-ку догнать. В принципе, это не проблема. Опять же, с кулаками тоже у меня загвоздка. Их надо куда-то девать, поэтому либо сундуки пятого таланта, которых просто немерено, либо такая прокачка. Одно из двух.
тоже хотелось бы сделать, и там попроще вот это, зачем вот это вот переходить каждый туда-сюда, вот реально напрягает, просто тупо напрягает вот это вот. А если с нулевого качать, то это вообще вымораживает просто, тут до десятки докачивать уже лень. Каждый раз надо перезаходить, сделайте автоматом, нафига вы добавляли там какие-то непонятные нам функции, которые реально те атрибуты, которые я, допустим, не смотрю, и вы тоже их смотреть не будете, потому что оно вам, по сути, ничего не скажет, ничего не даст. Плюс-минус, оно все равно, ну... Нет, надо было сделать там оптимизацию, она так важна была. А теперь начинаем трэш-контент. Ребятушки, закрывайте глазки. Ой, кулаков не стало. Какая боль. Как хорошо, что ввели сундуки замка. Представьте, чтобы их не ввели, сколько это надо было бы вот это вот сидеть за дротик. А с другой стороны, было бы, думаю, интересно. А так получается, интереса нет. Так, отлично, еще на двоих героев даже хватит на прокачку. Надо будет только определиться, на каких. И докачать. Бум, вот так вот. Как-то некрасиво. Надо красиво кончить. А, так, с кого тут такого интересного? Нам бы посмотреть хотелось бы еще. Душек. Арктика. Гарпия, гаркул. В принципе, как вариант, можно и Арктику попробовать. Или Душмана. Давайте Душмана. Пишите в комментах, кого вы точно хотите увидеть. Сейчас так, слегонца просто окну. Не хватило. Но это просто ужасно, ребят. Видите, что они делают? А, я могу уже открыть. О, пошла жара, красные кристаллы. Отлично. Супер. Сейчас у меня чувство, мы даже... В принципе, можно уже, наверное, даже два героя, если у нас останется по 5к, это лям 300. Красивое число нас ждет впереди. Вот так вот, пишите комменты, лайки, репостики, ждите новых видосиков. Пишите, каких героев, в каких сборках вы хотите посмотреть, потому что их немерено перекачиваете. Здесь могут таланты, чары, то есть все, что хочешь, можно потестировать разные сборочки, только пишите какую-то конкретику, потому что много разных вариантов, но ни о чем. То есть перед тем, как написать протестирую, вы подумайте, стоит ли оно вообще того, ну для чего оно и куда, потому что бывают такие идеи, конечно, у ребят просто космос. Двадцать пятый. Вот так вот.
Все, пишите комменты, лайки, репостики. Как всегда, всем удачи, всем пока.